Остановился, вышел из машины, пошел по своим делам. Почему я вам должен показывать документы? Я остановился, я вышел из машины. Вы ко мне, блин, подошли, начали что-то требовать. Я? Да. Вы управляли машиной? Вчера, да. А сейчас? А сейчас вы даже это сам не видели, управлял я или нет. Может, я мне просто, блин, сидел и ушел. Причем тут это? Документы, будьте любезны. Я еще раз спрашиваю. Старшего вызывайте. Старшего. Я вызову старшего. Сейчас да, я сам буду звонить. Потому что это беспредел. Я вам могу, блин, показать только, блин, паспорт, и то это не является это самое основание. Не водитесь на машину, пожалуйста. Я не водитель, я пешеход. Старшего по званию требую. Требую. Вот мы стоим, макаем. И все будет еще, блин, было это самое написано. Документ будете давать? Еще раз спрашиваю. На основании. Как паспорт только покажу. Я не водитель. Вы не водитель? Нет. Не ваша машина? Не моя. Нет? Нет, вы даже, блин, не видели, что я чем-то управлял. Я видел. Да? Да. Скажите. Я вот здесь стоял. Да, вы общались там с кем-то? С кем? Откуда я знаю с кем? Остановили, что-то там нюхали, блин, кого-то. Уважаемый, я еще раз спрашиваю, будьте любезны. Ну что ж такое это? Водитель. Примите заявление. Примите заявление. С вами, это самое, звонки, они же записываются. Это тут полный чистой воды беспредел. Хорошо. Является у вас как бы... Да. Он говорит, когда ты управлял? Она тоже вчера управляла. Ирина, сейчас тебя... На каком основании? Нет, на каком основании? Он мне уже, это самое, 19.3, это самое, грозит. Не имеет права. На каком основании вызываете? Ну уж тут все сейчас... Сейчас тут все уж, блин, поднято. Я, блин, и в 0.20, блин, звоню. Если человек вышел из руля, значит... На Бакунину еще, блин. Он не знает своих обязанностей и закон... Да я, блин, не знаю. Он, блин, вообще, это самое, прошел, блин, 5 аттестаций или нет? Вообще клоун. Ему-то выяснять. Требую. Будем вообще старше, блин, по городу требовать. Еще сейчас, это сам, блин, на Баку, блин, поеду, блин, тебя накатаю. Я еще раз спрашиваю, если он вышел из руля, он является субъектом правоотношений, которые вы рассматриваете в рамках ваших полномочий? Я был водителем. Были водители. И что? А машины остановились. Я встал на стоянке. Ключ в зажигании был выключен? У меня, я все взял, я сам, блин, поставил на охрану. Вот этот, блин, докопался. Вы ППС. Паспорт тебе показать? Не, на машине. А на каком основании вы пешком стоите? У меня с собой есть все. Есть, да. Вплоть до пенсионного. Не, вот водительский на машине. На каком основании человек вышел из машины? Вы объясните, у тебя вообще, пожалуйста. Это самое, Юр, есть это самое образование? Молодой человек, на каком основании, я вас еще раз спрашиваю. На личность не переходить. Есть юридическое есть. Так вот, почитай конституцию, закон о полиции, а уже потом всякие там 2.1.1 мне, блин, вменяют. Вы сейчас не имеете основания, необоснованно ваш предъявлен. Будьте любезны, документы. Я вышел из машины. Или паспорт, остальное тоже пешеход. Я вышел из автомобиля. Предъявляй паспорт, остальное ты пешеход. Тут уже ничего не сделаешь. Да вот. Ну все, равно не останется, пока не будет жалобы, не будет старше, который ему нормально разъяснит. Он не понимает. Да сейчас вот всю пензу, блин, поднимем. Не слышно. На приеме 13. Вот у нас тут вот конфликт. Спорная ситуация, скажи. Я подъехал, поставил автомобиль на парковку, вышел, заглушил двигатель, блин, закрыл автомобиль. Это сам, блин, ко мне, блин, подходит. Инспектор требует от меня, блин, документы на право управления. Просто так, ни с того ни с сего. Я им паспорт показал. Дверь это сам закрыл и это сам пошел. И он ко мне уже, блин, подходит. Понимаете?
документы есть? Есть. А кто у вас А потому что кто у нас является водителем? По ПДД. Да. Сразу, Александр, угрозы к нам пошли. Александр, 19-3 почему? Почему? Если я, Александр, свободный, блин, человек. Я шел, Александр, на работу. Я остановился, вышел. Он мне начал что-то. А если бы я просто шел, Александр, по улице, он может, Александр, подойти и спросить. Вы вот вчера, это самое, управляли, я скажу, управлял. Давайте документы. Вчера управляли автомобилем. Ну что это такое? Если бы он ко мне, это сам блин, подошел, я там, это сам блин, в неадеквате был на каком-то или что-то там. Да что такое? Они... Кошмар какой-то. Понятых началось. Основание. Сейчас поедем в суд. Я вам не уважаемый, я вам еще раз повторяю. Будьте любезны, водительскую машину предъявите. Основание для предъявления удостоверения. В данный момент. Управляли транспортом. Управлял, вы правильно как говорите. Управлял. Вы управляли. Кто у нас является водителем? В общем, была такая ситуация. Я встал на парковку, вышел, закрыл машину, блин, пошел по своим делам. Этот инспектор ко мне, блин, подошел, начал требовать документ. Паспорт его мой не устраивает. Понимаете? Да, почему-то я стал пешеходом после того, как вышел из автомобиля. И документы не будете еще. Понимаете? Водительские на машину, будьте любезны. На основании. Кто у нас является водителем по ПДД? Я пешеход, да. Я участник дорожного движения, я пешеход. Я пешеход. Я еще раз спрашиваю, с собой есть водительские? Есть. Передайте, пожалуйста, мне в руки. Что? Основание для передачи документов, пожалуйста. Скажите, ну, старший тут тоже, я так понимаю, ничего, блин, не решает. Вы должны сказать основание для передачи документов на юридически грамотном языке. Вы сотрудник полиции. Управлял. Дальше. Управлял. Вы меня никто не останавливал. Я вышел, я сам, блин, ничего при себе, блин, могу, блин, не иметь. Я когда вот вышел из автомобиля, я вообще при себе. Передать их документы мне. Да что же это у вас за это, блин, такая мания? Вам нужно, блин, документы поглядеть. Я вообще этого не понимаю. Скажи паспорт, ты сотрудник движения. Скажи паспорт. Ну что, блин, слышали? Протокол, да, смотри. Протокол я сейчас составлю. Присаживайтесь. Ирин, давай. Машину, я еще раз тебе повторяю. Уважаемый, присаживайтесь в патрульную машину. Ну они силы, да. Ирин, на камеру. Ирин. Ирин, камеру, это сам, блин, телефон. Телефон, это сам, блин, достань. И снимать начинай. Не садись. Ну.